Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это атмосферный, легендарный вор, золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем поиски рога Квинта. Помимо него еще поиски сердца мистика и душу мистика. Окей, мы посмотрели, пробрались, короче, чуть-чуть повыше в этих усыпальницах. Вот, столкнулись с ордой, целой ордой зомбарей. Вот, здесь мы посмотрели вот эту сторону, в принципе. И еще у нас тут куча-куча ходов, короче. Очень много. Так, ну давайте, наверное, попробуем, я не знаю, попробуем, наверное, сходить, слазить вон туда. Сейчас я... веревочкой... лоп. Так, получится ли у меня это сделать? Отлично. Отлично. Так, стрелу я заберу. Потом, если что... ну, в принципе, если что, можно будет вот так вот перепрыгнуть просто. Окей. Ну, давайте взглянем. Смотрите, прям позолоченное, да, такое все место. Кирпичи либо золотые, либо фиг его знает. Окей. Марат. Марат! Какой-то Марат. Здесь у нас Марадов никаких нет. Окей. Поэтому неизвестно, где мы находимся. Бляха. Вот так вот все сделано. Здесь по-любому могут быть ловушки. Так, это просто кости. Не шуми. Гаррет, не шуми. О! Это я хорошо залез. Так. Да не шуми, я тебе говорю. Так, а туда выше никак не залезть, да? Не посмотреть, может там что-то есть. Бляха, там же может быть что-нибудь интересное. Как туда можно залезть? Раз уж я в гробницах, надо проверить все склепы. Все. И все, что ли? Да не ну, да? Да ну. Да нет. Да не может быть такого. Что просто так вот здесь такое вот. Или разрабы просто сделали чисто для атмосферы такое местечко. А. Так, сейчас еще взгляну повнимательней. Ничего не пропустил. Смотри, Васек лежит, улыбается. Так, окей. Ну, в принципе, тогда нет, так нет. Марат. Это какой-то род Марат. Род Марадов каких-то. Кто такие Марады? Окей, ладно. Продолжим. Надо как-то... наверное, вот я перепрыгнул здесь. Окей. Так, ну идем сюда. Там внизу я был. Ничего интересного. Можно перепрыгнуть сюда, можно вот здесь пройти. Выше. Давай перепрыгнем здесь. Взглянем, что у нас здесь. Бляха! Ты только взгляни! Это жесть! Столько ходов! Бляха, вот как? Как разрабы, когда создавали эту локацию, как они еще сами не запутались в этом, во всем? А! Да бляха, да этот... а! А, ну я здесь был. Да, да, я здесь был. Я вон туда еще не лазил. Там, смотри, какой-то проходик есть. Я уже вижу. И вон там проход есть. А здесь я был. А я уж испугался, что... капец, все. Так. Смотри, молот, да? Знак... ух ты.
Здесь кто-то есть. Ух ты, мать твою! Ты это видел? Там какой-то огненный чел ходит. Смотри, молот. Давай-ка я сюда зайду сейчас. Взгляну. Ёпти мать. В смысле? На свет нельзя вставать? А-а-а! Да ладно. Интересно, девки пляшут. Так, черепок нам не нужен. Нам бы вот этот вот стакан. Так. Черепок нам не нужен. Нам нужна стопка. Окей. Знаешь, так вот, череп такой стоит и стопка сзади него. Типа, не пей, не пей. И даже видел, что может быть? Не пей. Ну, в принципе, правду говорят. Так, неплохо. Что у нас? У нас 900. Нам еще 1100 надо набрать. Смотри, лестница вниз. Еще и вниз можно спуститься. О, вот эту штуку я знаю, что это. Это источник святой воды. Прикол. Золотая кость. Ух ты! Погоди, а что у нас есть? У нас есть нога, череп. В смысле, все. А, во. У нас есть рука. Еще одна рука. Нога. Еще одна нога. И череп. В принципе, что такое? В принципе, нам еще, если логически так подумать, нам нужно туловище. Так, окей, здесь все. Давайте проверим чувака, который огненный там ходит. Да бляха, я не хочу с ним сталкиваться. Надо аккуратненько. Да еще и походу. Тихо. Погоди, он сюда идет? Он меня увидит? Да я там, если что, убегу. Так, он меня не видел. Раз он огненный, судя по всему, его нужно водой. Так. Аккуратненько. Так, это, наверное, обход, просто обход. Еще зомбари. Ну, делать нечего, нам надо как-то это. Леха. Мне жалко эту воду тратить на него. Человек факел. Смотри, там комнаты. Так, стоп. Ай-яй-яй. Погоди, он сюда сейчас пойдет. Кстати, он рядом с собой освещает. Бляха! Ай-яй-яй, нет, отвали от меня! Ай-яй-яй, говнюк! Так, куда от него? Смотри, какой быстрый! Бляха, мне жалко воду тратить. Очень жалко на него воду тратить. Так, он сможет перепрыгнуть? Ха-ха-ха! Ха, застал, да?
Блюдок. Опа, исчез. В смысле? Так, ладно, пока его нет. Он куда-то туда вниз упал. И я здесь посмотрю. Так. Так. Закрыто. Закрыто. Что это такое? Задырочка. Закрыто. Закрыто. Бляха, все закрыто. Там что? Здесь все закрыто. Интересно, девки пляшут. Он вернулся! Горячий финский парень. Он вернулся. Так. Куда? Там мне не залезть. Погоди, он меня не видит? Блеха, как-нибудь я не знаю. Это же деревянные балки. Погоди-ка. Огненная стрела. Тихо-тихо. Блеха, он меня увидел. Там видел, еще наверх можно, в принципе, подняться. Ай-яй-яй. Я хочу попробовать. Я не туда побежал. Бляха. Здесь еще зомби. Ой. А, ой. Чуть не пристрелила. Бляха. Бежит. Нет? А, нет. Чувырл отстал. Погоди. Там еще можно было забраться наверх. Вот, стрела с веревкой. Так, интересно, он уже вернулся туда или нет? Нужно как-то открыть эту штуку. Как бы, возможно, я еще отсюда рано. Вон он гуляет, смотри. Он там гуляет. В принципе, можно было попробовать его водой, короче, обфигачить, но мне жалко, просто жалко. У меня 9 стрел осталось. Так. Отлично. Могу я забраться? Да. Аллилуйя. Так, стрелу забираю. Водная стрела. Отлично. Вот это уже другое дело. Так, может, здесь еще что-то лежит? Здесь только череп, костей нет. Ну, в плане того, что этого тела нет. Так, погоди, а что если... Ничего не изменилось? Ладно.
Там вон дырочка какая-то. Может там что-то... Че, ты отвернулся, нет? Дядька. Я думаю, возможно, что еще рано сюда. Я просто думал, знаешь, зажгу факел, короче, и там дверь откроется. А, тут двери вообще нет. Погоди, может я не тот факел зажег? Нет. Ничего не реагирует. Я только потратил. Ладно. Так, я не сломаюсь, ничего. Чуть-чуть. Так, погоди, может что-нибудь изменилось? Погоди. Смотри, вот здесь вот это вот. Мне кажется, это какая-то головоломка. Нет, не открывается, ничего. Смотри. Погоди-ка. Здесь такое. Там вон такое. А погоди-ка. Здесь такое. Что-то реально какая-то головоломка. Я изначально, когда вот это вот увидел, я думал, это, знаешь, вот эти вот штуки, которые типа пазлы тут этот собирать. Оказывается, нет. Видишь? Смотри. Надо подумать, надо подумать. Судя по всему, там вот за этими дверьми сидят зомбари. Так, ладно, давай-ка я сейчас попробую зажечь, если что, я сохранюсь. А здесь факела нет. Ёпти мать, ни хрена себе. Опа. Тихо. Падай! Ни хрена себе. Как бы это, в принципе, логично. А как мне залезть теперь? Тихо. Отлично. Так-то, в принципе, Опа. Смотри, еще выше можно подняться. В принципе, так-то логично. Факелы не горят, их там много. Ну, как бы, знаешь, почти над каждой дверью зажечь их. Так, там наверх можно пробраться. Только смотри, дырок. Так, а вот эти штуки, это по-любому дырки, эти кнопки. Видишь, они как выделяются. Я могу даже проверить, если получится. Ёпта мать! Хрена себе! Так, это что? Гани с дырок там всякими разными, короче, штуками. Так. Ладно. А, давай попробуем так. Надо вам туда перепрыгнуть. Ай-яй-яй-яй! Жесть, просто жесть. А чё я сюда лезу? О, смотри. Бляха, я так и думал. Все, они так и будут смотреть, стрелять теперь. Что это такое я взял? Погоди. Душа мистика. Вот. А все, они больше не будут стрелять. Смотри, это фишка какой-то у Индиана Джонса, да?
Надо было, типа, короче, допустим, можно было череп, наверное, вот так вот сделать. А. Леха. Как-нибудь его. Может, я ошибаюсь? О. Взять душу мистика, короче, и вот эту штуку, и череп положить. Знаешь, как в Индиане Джонс? Прикольно, бляха. Тихо. Так, ну теперь наверх. Я думаю, меня не застрелят. Нет! Нет! Да что ты делаешь, творишь, ты говоришь, что ты косил, что ты обращаешь? Да смуху! О, зацепился. Окей. А, я понял, куда это я. Так, зомби здесь. Всю, в принципе, валим отсюда. Здесь мне делать нечего. Ништяк. Просто ништяк, прикинь, душу мистика нашли. Именно. Не зря там. Смотри, он там забаговался. Бляха, а мне он туда надо. А он там забаговался. По ходу дела. Горячий финский парень. Так, ладно. Но душу мистика мы нашли. Теперь, в принципе, вон туда, да, нам подняться надо. Как бы. Где мы еще не были? Давай-ка просто взглянем. А, еще здесь выше мы не поднимались. А, нет. Здесь и выше, и некуда. А, нет, вон туда вот можно. Я думаю, нас приведет это... А, смотри, еще сюда вот мы не поднимались. Окей. Окей. Ладно, давай, вот здесь мы с вами сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.